Привет, друзья! Рад видеть вас на своем канале. Ух ты, друзья! Открыл сегодня Fortnite, загрузил игру, и у меня тут подарочек от Хан Чипеки. Хан Чипеки, спасибо огромное за подарочек. Неважно сейчас на данный момент, что там внутри. Я очень рад, что мне пришел и поднял немножко настроение с утра этот момент. Давай откроем, посмотрим. О, это эмоция, которую мы с детьми обсуждали, что она прикольная, самолет. Супер, спасибо большое. Обалденно. Подарочек прилетел. Итак, как обычно, по традиции, я для вас подготовил сегодня карту на фарм опыта. Но прежде чем покажу, коротеньких два объявления. Первое, у меня появился код автора, я стал партнером компании Big Games. Вы можете зайти в свой магазин предметов, нажать внизу поддержка автора, ввести код GUP, принять, и с каждой 1000 V-баксов, потраченной вами в магазине предметов, я буду получать небольшое отчисление от компании Epic Games. Кстати, магазин предметов сегодня обновился, и тут очень много интересных, прикольных скинов. Или он обновился вчера, а я это пропустил. Итак, второе коротенькое объявление. Каждый понедельник, среду и пятницу я провожу стримы. Буду рад видеть вас всех. Я играю на стримах с подписчиками, со своими зрителями, с вами, со всеми моими дорогими. Поэтому обязательно приходите, будет весело. Заходим теперь в выбор карты, код острова, и вводим наш код, который поможет нам сегодня с вами нафармить кучу опыта. 16.02, 22.88, 17.69. Нажимаем Enter, нажимаем выбрать слева и ставим обязательно частный режим игры, нажимаем играть. Так, друзья, наша карта загрузилась. Тут вот, учитывая код карты, она похожа на предыдущую, на которую я снимал, но она совсем другая, как видите. Локация, тут песочек под ногами, тут всякие статуэточки лежат. Нам не надо бежать вот в ту сторону, как мы часто это делаем. Нам нужно пробежать вот сюда, к вот этой кнопочке, запрыгнуть на нее и сделать на ней любую эмоцию. Нас переносит сразу к таймеру в 10 минут. Вот портальчик, который нас телепортировал. И нам нужно подождать это время, чтобы нажать кнопочку, получать FKXP и переместиться в другую локацию, где мы будем получать опыт. Давайте возьмем граптер сразу. И, друзья, пока мы ждем таймер, чтобы вам было не скучно, и я, чтобы выполнил свое обещание, передаю привет вам от Степана, от моего корефанчика на спине. Обязательно, ребят, поставьте лайк этому видео, потому что Степан этого не переживет, если вы этого не сделаете. Степан трудился опять всю ночь. Я вот еще только проснулся, у меня даже голос еще не восстановился. Степан подготовил для вас подборочку лучших комментариев с YouTube и TikTok. Так, внимание на экран. Первый комментарий из TikTok. Пишет Назике: люблю смотреть тебя и Степана. Вы помогли мне апнуть 200 левел. Спасибо, что вы с нами. Назики, мы со Степаном очень рады, что мы помогли. Мы для этого и делаем этот контент. Спасибо большое за комментарий. Следующий комментарий с YouTube. Оставил комментарий Димка Подкор. Димка Подкор 7712. Слушай, ты мне очень помогал. Я в следующем сезоне поддержу тебя и куплю тебе боевой пропуск. Обалдеть. Димка Подкор, Подкор 7712 пообещал купить мне боевой пропуск. На самом деле это уже не первое подобное заявление от моих подписчиков. Мне кто-то обещал купить отряд Fortnite в следующем сезоне. Поэтому давайте, вы не будете это делать без моего ведома. Сначала мы это согласуем, потому что может получиться так, что кто-то подарит боевой пропуск, кто-то отряд Fortnite, получится совсем неприятно. Прикольная ситуация. Вот. А может, никто ничего не пытается. Так что давайте согласуем сначала этот вопрос, ребят. Спасибо большое за такие приятные оценки моей работы, за желание как-то меня отблагодарить за это. Мне очень приятно. Степану тоже. Ребят, обязательно залетайте в Discord. Сейчас Discord приходит в нормальное состояние, и в скором времени он будет основной платформой, где мы будем проводить розыгрыши, где мы будем общаться, где мы будем иметь намного больше, чем сейчас. В общем, залетайте туда. Ждем таймер. Отлично, друзья, кнопочка наша активировалась, таймер закончился. Теперь мы нажимаем здесь FK XP FK, правильно, да, говорит. И ждем буквально несколько
несколько секунд. Вот, пошел АФК опыт, прыгаем в телепорт. И здесь нас ждет платформа, где по периметру идет водопад. И там вот есть 4 элемента. Нам нужно сейчас вот этот вот коралловый или цветочный какой-то кустик. Подбегаем сюда к нему поближе, летим прямо на платформочку, запрыгиваем внутрь, и здесь кнопочка Secret. Нажимаем эту кнопочку. Перед нами вот такая локация с несколькими домиками. Нам нужен вот этот домик, где написано салон. Забегаем сюда внутрь, бежим на ступенечки налево, поднимаемся на следующий этаж, поднимаемся на еще один этаж. И вот здесь вот возле перил вот этих вот подбегаем к окошку. И на первом окошке есть кнопочка. Вот. Смотрите, я навел куда стою, где я навел куда. Если вот здесь стоять, то посередине, получается, наводить надо. Если вот здесь стоять, вот в угол прям самый становитесь и наводите, получается, вот сюда на уголочек свой прицел, чтобы вам было легче найти. Нажимаете кнопочку, перемещает нас в начало к телепортам, активирует классный буст к опыту. Ныряем обратно на платформу. Так, друзья, мы переместились на платформу обратно. Нам теперь надо пробежать с вами к пальме. Добегаем вот сюда вот до уголочка и не торопимся прыгать на платформу к пальме, потому что потом вы не сможете забраться прямо на нее как нужно. Вот сюда целимся на листочек, стреляем, и мы оказываемся прямо на самой пальме и прямо перед кнопочкой. Нажимаем эту кнопочку, перемещаемся в другую локацию, где тоже три домика стоит. Нам нужно посередине вот этот вот домик. Забегаем сюда, вот сюда вот в дверку вот в эту. Поднимаемся по ступенечкам наверх. Открываем дверку справа. Здесь стоит нерабочий телевизор. И вот справа от телевизора уголочек ковра. И вот на уголочке ковра есть кнопочка. Нажимаем эту кнопочку. На этот момент у нас 60 тысяч уже накапало с первой кнопочки. Активировали еще один буст очередной. Так, друзья, теперь мы бежим с вами вот сюда к шоколадному вот этому мраморному, не знаю, яйцу. Уже на этот момент больше 100 тысяч опыта у меня. Прыгаем сюда на платформу, поворачиваемся чуть левее. Вот на этом уголочке есть кнопочка. Нажимаем эту кнопочку, перемещаемся в локацию, где у нас такос, бургерная и еще что-то. В общем, какие-то у нас здесь фастфудики стоят. Забегаем вот сюда вот в двери. Толстый карась не поместился. Поднимаемся наверх. И нам нужно с вами подойти, вот как поднялись наверх, не прямо, а направо вот сюда вот возле первый, второй, третий, возле четвертого диванчика. Вот здесь вот, вот, есть кнопочка под столом. Нажимаем кнопочку, активируем следующий буст к опыту, ныряем сразу на платформу. И нам нужно будет теперь вот в эту сторону пробежать, к четвертой нашей. И не торопиться запрыгивать на платформу. Отсюда мы стреляем прям в нос. И попадаем на голову. И здесь в районе носа есть кнопочка Secret. Нажимаем эту кнопочку. Так, здесь, друзья, нам нужно забраться наверх. Можем помучиться, конечно, побегать по ступенькам. Но, по-моему, это нам надо вот на этот этаж. Забегаем, получается, предпоследний, да? Вот там еще один наверху есть выступ, а нам надо на вот этот. Нет. Два сверху, получается, выступа. Вот тут стоит кресло в уголочке. Мы прыгаем на это кресло, поднимаем... Порвутся штаны сейчас. Вот, поднимаем голову, и тут есть кнопочка Secret XP. Нажимаем эту кнопочку. Супер! Активировали еще один буст к опыту. Уже 146 тысяч. Вот сейчас будет 150. Ребят, я записываю карту, не мешайте, пожалуйста. Я не знаю, как вы ко мне попадаете в пати. У меня закрыто все. У меня запрет на присоединение без приглашения. Пожалуйста, покиньте пати, покиньте эту карту. Спасибо большое. Зомби, слышишь? Ага. Okay. Я записываю карту, ты мне сейчас мешаешь. Yeah. Так, друзья, ко мне залетели опять несколько человек каким-то образом во время частного режима записи карты. Я не знаю, что с ним делать. Уже поддержка сбрасывала мне аккаунт, и, видимо, придется писать опять. В общем, бежим теперь вот сюда опять в сторону пальмы.
Только здесь мы сейчас построимся немножко с вами. Нам нужно построить прям от края в сторону вон того вот яйца 11 рамп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Рубен, пожалуйста, выйди из этой игры. Я записываю карту, у меня частный режим. Я не ставил настройки, чтобы ко мне можно было присоединиться. Вот, пожалуйста, настройки. Только по приглашению. То есть группа отключен. Что происходит? Почему Fortnite так глючит? Я не знаю. Ставил уже сетевой статус отсутствует, он все время сбивается. А пошли потом поиграем. Ребят, пожалуйста, мне надо записать. Я не могу, ко мне постоянно кто-то заходит. Я не могу записать карту. Вы понимаете, что я сейчас работаю, а не играюсь. У меня нет возможности. И в воскресенье я вообще не играю. Сейчас утро, воскресенье. Сейчас вот на данный момент у меня 9 часов 12 минут. Я встал ни свет ни заря, чтобы записать карту. И ты ко мне заходишь уже второй раз. Ко мне еще два человека заходило. Давай, пожалуйста, покинь группу, чтобы... Уже вышел, блин. Я сам с собой уже разговаривал. Только что звуки слышно было. Я забыл, сколько рам. Блин, это какое-то издевательство, ребят. Было 11, нет? Вот, получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А теперь строим сюда в обратном направлении 7 полов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Налево строим еще 5 рамп. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 5 полов. 1, 2, 3, 4, 5. Все, теперь подбегаем вот здесь. Вот появляется кнопочка Super Secret XP. Нажимаем эту кнопочку. Телепортируемся опять в начальную локацию к нашему телепортикам трем. Уже 190 тысяч опыта нафармлено на этой карте. Так, все, друзья, здесь я на этой карте 216 уже забрал. Я заработал еще 300 монет за прохождение этой карты. Можно вот здесь эти 300 монет потратить. Вот берем вот здесь вот 3 раза по 100, получается вот у меня 323 тысячи. Взял бы вот здесь вот по 10, было бы больше. Просто сейчас совсем не хочется на это тратить время, пока еще кто-нибудь не залетел, не помешал мне дальше записывать эту карту. Все, мои хорошие, я с вами со всеми прощаюсь. Очень рад был, что вы посмотрели это видео. Обязательно ставьте свой комментарий, лайк на это видео. Подпишитесь на канал, если вы впервые смотрите. Если вдруг карту пофиксили, друзья, ну не расстраивайтесь вы. Я каждый божий день записываю новую карту. Сейчас разрабатываю свои карты. Точнее, разрабатывает команда ребят. И скоро они будут доступны. Я такой большой спойлер закидываю, поэтому потерпите. Скоро все будет. Все, обнимаю всех. Спасибо большое. Пока.